В Волгограде прошло заседание Президиума Госсовета под председательством Владимира Путина, посвященное развитию внутренних водных путей страны. В работе заседания принял участие и глава МРЭЛ Леонид Маркелов. Как сообщает пресс-служба Кремля, члены Президиума обсудили меры по устранению инфраструктурных ограничений на внутренних водных путях и повышению безопасности судоходства. Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены вопросы по поддержке судостроения и развитию круизного туризма на реках и озерах Российской Федерации.